Всем привет! Сегодня будет одна гигантская распаковка с AliExpress. Внутри находится не один товар, а несколько. Какие, сейчас более подробно я вам покажу и расскажу. Продавец все упаковал очень-очень тщательно. Целая куча различной пленки. Постарался на совесть. Товар такой я уже заказывал. Правда, в тот раз у другого продавца. И он меня на тот момент очень сильно подвел. Прислал все абсолютно одинаковое. Без упаковок, без ничего. Я с ним открывал спор. Спор я выиграл. Мне вернули, правда, только половину денег. Потому что там также была небольшая моя вина. Я заказывал у него, грубо говоря, все на словах, а не через корзину. И здесь у нас идут вот такие наборы Planes Use Zombie. Игра на телефоне, на компьютере. Даже уже мультики какие-то я встречал, видел по мотивам этой игры. И что же мы здесь имеем? 6 разных комплектов. Какие комплекты конкретно по картинкам, я не помню, они или не они. Но вроде бы все они. Кукурузину вот эту точно я помню заказывал. Вот эту синюю пушку, заморозку. Ну и вроде бы эти тоже были. Так, ну что, давайте откроем какие-нибудь комплектики и со старта будем смотреть, как и что нам приехало. Потому что в тот раз я расстроился из-за того, что мне прислали абсолютно не то, на что я рассчитывал, надеялся. И мне даже у меня не было желания что-то рассказывать и показывать про эти игрушки. Так, целлофанки эти все в сторону. Здесь у нас есть в каждом наборе 3 патрона, 1 пушка и 1 зомбач. У зомбача крутится голова, крутятся руки и съемные головные уборы имеются. Не той стороной пытаюсь одеть. В данном случае у нас здесь ковбой. Здесь идет какой-то волшебник, что-то наподобие. Здесь пират будет. Ну и в таком духе. Так, сам патрон заряжается в пушку достаточно очень просто. Зомбач ставится на какую-то поверхность и пушка стреляет. Выстрелы очень хорошие. Достаточно плотные. Сейчас поставлю прикраду, чтобы никуда далеко не отлетали мои пульки-патрончики. И попробуем сбить этого зомбача. Так, здесь у меня покрытие не очень такое на столе ровное. Это такое ворсистое, поэтому зомбач не очень хорошо стоит. Обопрем его на пульку. Давай, зомбач, становись. О, поставили. Прицелились и пли. Достаточно забавные игрушки. Выполнены из качественной резины. Запаха никакого не имеют. Сами зомбачи, точно так же, как эти игрушки, выполнены достаточно хорошо. Хотя сам комплект стоит не очень дорого. В районе 3 долларов получается с доставкой, потому что практически всегда в этих магазинах встречается платная доставка. Ну там она, в принципе, дешево. И если покупать не один, а несколько наборов, то вы по-любому, ну, доставку эту даже не почувствуете, как правило. Так как заказывать один набор большого смысла нет, ну, надо хотя бы как минимум штучки 3 заказать для более-менее полноценной игры. Все наборы идут в таких хороших подарочных блистерах. В принципе, ну, буквально вот здесь немножко замятые края при транспортировке, но такие вещи очень хорошо дарить детям на подарки. Особенно те, которые дружат с планшетами и телефонами. Они по-любому знают, что это за игрушка. Они при любом раскладе играли, либо видели это. И я думаю, я уверен, что ребенок будет счастлив получить такой комплект в подарок. И все зависит только от его и вашей фантазии. Как вы будете с ним играть, проводить время, либо как он сам будет в них играть. То есть можно
скачать с интернета, где-то взять какое-то поле, нарисовать, разукрасить и расставлять зомбачей. Можно взять обычный кубик из какой-нибудь игры. Бросили кубик, допустим, один играет за зомбачей, другой играет за пушки. И зомбак подходит, образно, допустим, выбросил 3, на 3 клетки вперед. Пушка бросила, там, допустим, у нее там есть 5 выстрелов. И стреляете, сколько выстрелов попал, не попал, сбили. Ну и сделать, допустим, какое-то конкретное количество ходов. Ну, то есть при желании, пофантазировав, можно все это решить, распланировать, и у вас получится офигенское времяпрепровождение с вашим ребенком. Эти все товары я приобрел с расширением EPN и сэкономил в районе 5% на покупке. То есть, если учесть, что каждый набор в районе $3, ну, судите сами. А я с вами прощаюсь. Меня зовут Саша. Пока.